Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Ну что, как я уже говорил в предыдущей ребята-серии, точнее в серии про черепашки-ниндзя-легенды, что мне выпал Вуконг. И сейчас мы его будем открывать, вот он, друзья мои, вот он, красавчик. Фух, разблокировать. Вот он, вверх по дереву. Вот такой вот у него удар. Прокачаем сколько сможем. Ну, я тебе говорил, что у него всего лишь одна звезда, ребят. Естественно, он слабенький сейчас вообще. Ничего такого из себя не представляет. Но мне сам факт, ребят, что появился персонаж новый, и я уже его, как говорится, получил. Это круто. Это очень круто. Ну что? Так, секундочку, что я хотел сделать? Я хотел посмотреть, ребят. Вот из сундука просто взял, вот открыл. Какой-то я там выполнил где-то запрос. Какой же сундук-то здесь сделал запрос? А, вру, не сундук, не здесь. А вот здесь вот, бесплатный. Вот, сундук вот этот вот мега, из него выпал мне. Все, да, вот так вот было. Ну что, ребят, продолжаем бомбить. Еще сделаем, как говорится, заходочку, да? Поехали. Так, тут у нас страж плюс жаба с пушкой. Жаба с пушкой, как ватрушка. В принципе, давай, что нам? Фу. Расплюнуть, растереть и выкинуть, да? Ну, страж-то, понятное дело, тут, конечно, топовый будет, имбовый. Поэтому первым пойдет самурай. Следом мы с тобой отправляем нашу бабку-коргу Некро. Это обязательно. И все это дело притравливаем чем? Правильно, тыквоголовым. Тыквоголовый, созревай. Ну а дальше все как по написанному будет. Все, он там будет драться с этими... С нашими скелетиками, да, черепуньками. И, естественно, тут уже шансов на победу ноль. Просто запинываем. Но Давай, есть. Вот так вот, ребята. В принципе, довольно легко получилось. Никаких проблем. Двигаемся дальше. Смотрим. Ну, тут всего лишь Тритоша появляется. Что такое Тритоша? Да, он бафер. Он бафает. Сам он по себе ничего, ребята, делать не может. Он не атакующий юнит, но укрепляющий и усиливающий команду. Вот так я тебе скажу. Поэтому начну я, наверное, с Некро. Ну, как обычно, начинаем с Некро. Да, вот это вот не совсем хорошо, потому что сейчас эта жаба с пушкой начнет еще тут нам мозг выносить. Поэтому выпускаем с тобой. Вот так. Угу. И вот он делает усиление. Этот тритон. Ишь, ничего он абсолютно сделать не может. Без поддержки стоит. Ничего не делает. Да, красиво. Самурай у меня упал на коленочки. Начинает в истерике биться. И мы с тобой, в принципе, наверное, уже и побеждаем. Уже все, шансов ноль на какую-либо победу. Все отлично. Так, переходим с тобой на третий этап. На третий этап переходим и смотрим. Вот, вот здесь уже попасть, потому что здесь выходит бородавочник. С бородавочником надо как быть-то, даже не знаю. Наверное, вот так вот. Почему именно здесь? Ну, во-первых, ребята, щитобот, по крайней мере, может выдерживать удар и к тому же очень быстро выходить на поле боя. Вот таким вот образом. Сейчас смотрим. По идее, он должен с бородавочников начинать. О, видишь, он начинает бомбить. Он выдерживает, и это круто. И, ну, дальше он, конечно, бомбит вообще по-жесткому. Да выпендривались, ё-моё. Нет, молодец, красавчик этот. Тихо ты, иди сюда. Давай-давай, ушатываем его. Как же он меня бесит, все равно, ребят. Я думал, что когда вот ты его начинаешь притягивать, у него сбивается скилл. Ничего подобного. Его...
Опять жабе с молотом сегодня не везет. От моего молотильщика ему досталось очень хорошо. Причем прям несколько раз. Ладно, он это заслужил. Ну, расписали. Расписали как по нотам. Ну что, мы двигаемся далее. Так, ой. Ой-ой-ой. Да-да, ребята, хищнец собственной персоны. Поэтому не расслабляемся, а наоборот готовимся. Это у нас уже пройденный вариант. Мы это с тобой знаем, что к чему и почему. Естественно, он делает прыжок. Естественно, мы с тобой выпускаем атаку. И сразу же еще молотичка. Это школа, старая школа, ребята. Ну и, в принципе, она продолжается. Она продолжается. И добивается, отлично. Так, молотильщик мы вот так вот, хоп. Что это? Это, ребят, фигово, это хандра. Воу, тихо, еще и тритон. Нет, ребят, ты посмотри. Ну, разобрали мы, кстати, их. Да, очень хорошо, паладиночный, молодец. Так, тритош, этот, не тритош, ну ты понял. Он даже не успел, ребята, хищнец там прыгнуть. Как мы уничтожили замок. Ну что, последний этап. Здесь смотритель. Давай. Возьмем с тобой эту команду. Опять же, тут хищнец, не забываем про него. Надо будет всегда быть на чеку. Потому что мы можем отправить с собой отряды, и хищнец из-под тишка может прыгнуть. Уже это было неоднократно. Так, ну это все ерунда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, стоп. Давай, родная, выходи. Ну ты видел, Ронин просто, ребят, с удара вынес этого бородавочника. Это, конечно, что-то щит. Но, опять же, на супер ударе. Тыдыщ! Хорошо так получилось, да? То есть, как бы, луч нам зачистил территорию от врагов. А Ронин в истерике прибежал и просто рубанул. Рубанул по замку, и мы выиграли. Так, ну что, здесь, как видишь, награда отличная. Двигаемся с тобой дальше. Здесь у нас долина подданных. Собственно, персоны. Блин, фехтовальщик плюс рыцарь. Фехтовальщик плюс рыцарь. Здесь надо, наверное, вот этот отряд брать. Ну, потому что фехтовальщик очень сильно дамажит. А рыцарь может застанить юнита. И как бы... У нас щитобут тоже, в принципе, может как бы застанить. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, поехали. Тут, как говорится, уже некогда ничего ждать. Тут, как говорится, кто продамажит, тот и прав. Как видишь, мы все-таки продамажили. Ну, тут уже все, ребят. Если паладиноч вышел, извините. Извините, подвиньтесь, как говорится. Вам надо проиграть. Ну, фехтовальщик, да, наяривает. Не зря я его называю психом, а. Хотя, по-моему, псих это у нас Ронин. Вот тут точно псих. Особенно, когда в истерике бежит. Там лучше уже на пути у него не стоять. Ну и все, что ты. Видишь, сам итог. Итог хорош. Побед за нами. Первая битва, первая победа. Двигаемся далее. Так, ну здесь опять же нечего бояться нам. Прибавляется всего лишь копейщица, от которой на самом деле, ребят, толку ноль. У нее есть небольшой шанс оттолкнуть нашу армию, но он настолько ничтожно мал, что я даже не... Да и отталкивает она, если бы она хотя бы урон офигенный там наносила. Там такой крошечный урончик. Так, стоп. Так, ураганчик нам в помощь. Вообще шикарная, пока оглушенная. Давай. Она даже не может, видишь, она даже не могла уничтожить молотильщика с удара. Это о многом говорит. Что она просто слаба, ребят. Поэтому, как бы, копейщицу я бы не рекомендовал вам качать. Ну, если есть там вариант.
то лучше не тратьтесь на нее. Так, лучше вложиться в паладина. С душой, как говорится. От него как бы больше, намного больше толку. Так, ну что, здесь нам надо успеть до выхода Джиггернаута. Ну и все это дело притравить, приправить, так сказать, специями горячие из фехтовальщика, конечно же. Давай, фехтовальщик, дамаж. Оп. Оп, хорош. Мы тоже вызовем подмогу. Думает, один такой умный. Клетка. Шикарно. Давай, 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 бомбим. Вот жалко, ребята, очень мало игр именно вот с такой красивой графикой, как Tower Conquest. Именно вот стенка на стенку, да. Если кто-то знает что-то похожее, вот именно вот с такой графикой, вот с таким вот игры, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях их название, я посмотрю. Но, по-моему, таких игр больше нету. Сколько я вот не юзал, не смотрел, ничего подобного я не видел. Есть какие-то аналоги, но далеко не такого качества, ребят, далеко. Так, ну что, двигаемся тогда дальше, да? Вот я вот, я говорю, вот стенка на стенку, да, очень, вот это как эталон игровой. А если из Tower Defense брать, то, ребята, мне кажется, что Kingdom Rush, по-моему, это самый топ. Согласись, вообще эталончик. Иран Хайт это вообще что-то с чем-то имбово. Вот сейчас у них, кстати, новая игра должна выйти, там какая-то мусорная битва, что-то такое называется. Кто-то говорил, что она уже вышла, но я заходил, ребята, ничего, она не вышла. Пока еще. Блин, вот я зря так делаю. Может быть, не зря. Не, нормально все. Должны разрулить. Ну, ё-моё, молотильщик, ну что ты? Точнее, не молотильщик, а это щитобот там был. Спекся просто. Да, против паладина, да, конечно, ага. Губешки закатай обратно. Вышел он тут. Естественно, против паладина, я не знаю, единицы могут выстоять. Просто единицы. Наверное, вот терракотовый боец может выстоять. Ну, и все, наверное. В основном паладин, да, он убер. Убер боец, потому что он бьет как наземные цели, так и воздушные. Плюс он еще имеет очень хорошую физ-защиту. И, да и не только физ, и магическую защиту тоже он имеет неплохую. Плюс он укрепляет своих свою команду вот этим вот щитом дополнительным. Так, что у нас тут все кончилось, что ли? А, ну у нас же тут король. Герцог Икторн, как я его в свое время называл, да? Жалко, не хватает только подлизы здесь. Это из мишки Гамми. Так, ладно. Ну что, наверное, пора выпускать Кракена. Эй, Хронин, как всегда, я так надеюсь, что он выбежит, но он, видишь, не бежит. И его сейчас лучница, конечно же, быстро уничтожит, потому что это лучница. Она еще и подожгла его, понимаешь меня? Так, монетки отдай. Ну вот, совсем другое дело, бежит. Красавчики. Так, луч пока не тратим с тобой, держим до последнего. Мало ли этот король сейчас вылезет все-таки. Но он уже не успеет, да, ребят. Он уже не успеет. Ну и забираем нашу награду. Что нам тут выпадет? Сам король, мечник и 12500 монет. Так, а вот у нас и нефритовая долина. Жалко, что они как бы, ну, выпустили, да, бойца. Но еще раз говорю, они его не запускают в саму игру. Это, кстати, вот касается не только Вуконга, это касается, ребята, и вот нежити. Очень-очень-очень редко, когда появляется нежить. Я имею в виду зомби с надгробием, да, тыквоголовый, чтобы он был. Ты видел их хоть раз? Я вот что-то не помню, ребят, чтобы они появлялись в игре.
Это очень плохо, это очень жаль. Корни, корни, давай, выпускаем корни. Да, им тут не сладенько. Да, не нравятся им корни. Он еще, он заморозился, блин. Оказывается, когда он в заморозке, да? Тоже, ребята, мы ничего не можем сделать. Не пробить. Ничего. Давай, 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 прожучиваем. Все, тут уже тотальное уничтожение пошло. Хуё, вышел, хуё, и сразу сдох. А так ему и надо, по делам. Так, ну что, поехали дальше. Второй этап. Второй этап, здесь у нас всадник на журавле. Противный всадник на журавле, поэтому возьму я, наверное, все-таки ниндзю. Ниндзя, она издалека бомбит. Тыквоголовый очень до... У него маленький урон, но массовый. У ниндзи точечный удар, но мощный. Понимаешь, да? Точечный удар, это то есть она бьет одну цель. Она... О-хо-хо-хо. Так. Вот если он сейчас в истерику впадет, самурай, это будет плохо, это будет беда. А он впадает в истерику. Вот это вот раздражает, ребят. Ну-ка, молния. И опять в истерику впал. Вы что, издеваетесь, что ли, сейчас? Не пойму. Заморозка. Опять же, действует только лишь на наземной цели. На всадника, на журавле это... Слушай, тебе не кажется, что он вообще уже оборзел? Давай еще и этот в панику. Посмотри, у него каждый самурай в панику впадает. Что за дела? Каждый самурай, я серьезно говорю, он впадал в панику. Надо же, вот, только в первый раз не впал. Хорошо, они тут меня задержали. Очень хорошо. Давай, 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 прижучивай. Есть. Ну и отлично. Долго как-то, конечно, но главное, победили. О, Вуджен. Как же терпеть не могу. Блин, Вуджен, что делать-то? Мне кажется, что вот против вот этой команды, знаешь, что нужно сделать? Нам нужна такая команда, где очень много летающих. Или прыгун, или что-то вот такое нужно, потому что клетка. Он просто достанет. Просто допекет нас, понимаешь? Не знаю, ребят. Попробую, конечно, этим отрядом, но уже как-то мы пробовали. Ничего хорошего из этого не получилось у нас. Самурай, таракоша, в общем, все вот это вот. Сейчас он понавызывает. Грифон. Ну, грифонов, да, можно вот в помощь себе позвать. Тут у нас еще хорошо клетка есть. Причем, когда этот бросает, такое ощущение, как будто как девушка кричит, да? Хей! Вот, вот. Вот этого я терпеть не могу. Давай так вот. Оп! И всех их. Вот это я понимаю, ребят, стратегический ход. Сам Вуджен ватный, он сразу отдуплился, но достать его тяжело. Он потому что всегда стоит позади, и вот его никак не достанешь. Давай, 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 давай. Монетки отдай мне только. Все. Фух, замечательно. Тут круто получилось. Были определенные риски, да, и опять же он... А нет, нет, ребята, здесь его нету. Поэтому тут можно даже переключиться обратно на свой отряд. Но не забывай, что здесь всадник на журавле. Против всадника на журавле эффективен, конечно, вот этот вот воблер. Но он у меня, по-моему, не прокачан по фулке. И он очень быстро погибает. Всадник на журавле его очень быстро прописывает.
Можно, в принципе, позвать деда. Наверное, мы так и сделаем с тобой. Я позову в первую очередь деда. Так-с. Корни, нам нужны корни. Так, сейчас дед начнет веселиться здесь, понятное дело. Опа, еще и ускорение. Ну, это вообще топово получилось. Да, дед, конечно, знает свое дело. Его, правда, сейчас подобьют. Но пару плюшек он зарядит. Да. Классно получилось вообще. Дед просто разгрузил нам все. Просто он пришел и решил наш вопрос. Да, вот здесь уже, извините, шуточки в сторону. Тут богиня солнца как бы. Ха-ха. Да если еще и Вуджен тут. Нет, ребят, не могу я такого себе удовольствия допустить, чтобы они тут меня прижучили. Конечно, не могу. Поэтому поехали. Тут надо будет эффект делать на прыгуна. Не эффект, а акцент. Именно на прыгуна и на чумнуху. Вот, ты видишь, что он творит? Включает свою вот эту вот истерику. И причем он ее, блин, запиливает. Просто трындец. Ураган. Ёк-макарёк. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, ну богиню-то кто-нибудь вольнет или нет сегодня? Е, чумная. Прикинь, просто чумнуха взяла и справилась. Это было, конечно, круто. Хэть-хэть, хэть-хэть, лежи давай, хэть-хэть. Вот и все. Хэть-хэть. Замечательно, друзья, замечательно. Забираем с тобой сундук нефритовой империи. Угу. Так, мне кажется, что-то мы должны, наверное, здесь, не? Заявить на рекламный. Почему, ребята, заявить на рекламный сундук? Я же заявлял, вот. Почему он мне не даст, ну, не достался, не пойму я. Заявить награду на портал, опять же. Все это же делал я. Странно, как-то выборочно. Выиграйте, так, выиграйте две нефритовые империи. Обучать один отряд. Видишь, как тут тоже можно 5 карточек Вуконга. Заработать плюс 10 тысяч монет. Нормально. Ну что, поехали. Территория нежити, собственной персоны, некро плюс зомбарь. Этот отряд, в принципе, ребята, топово разбирается. А, подожди, подожди, тут надо. Да, в принципе, мы возьмем с тобой голема. Блин, сейчас некро он вызовет, по-моему. А некро очень быстро разбирается. Практически со всеми быстро разбирается. Бесява. Ну что ты, ты пока. Пока там свой. Короче, давай так делаем. Оглушил Е. И опять, опять. Только это сразу вызывает еще одну. Давай, ребята, бьем, 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 бьем. Что с големом? Че он? Я не могу понять. Что с ним происходит? Ты видел? Несколько раз что-то и замирает. Как будто радикулит у него. Чумнуха здесь. Ну, с чумнухой надо. Что надо? Надо ниндзей прикрывать чумнуху. Вот что. Другого варианта я не вижу.
Ну что, голема? Блин, да поздно уже, по-моему, голема. Надо все-таки... Давай, давай, давай. Есть, красавчик. Ну, ниндзя, ну ты топ. И с этим-то справилась, и там-то справилась. Красава. Да, я помню в свое время очень долго, ребята, собирал на чумную мышь. Очень тяжело она мне давалась. Но когда она нас собирала, очень даже обрадовался. Потому что чумнуха действительно хороша. Урон хороший, плюс возможность разлить яд на землю. Ну, отлично, короче. Так, а здесь что у нас? Некро, да? И плюс зомби-камикадзе. Ну, зомби-камикадзе очень хорошо, ребят, разбирается от ниндзя. Ниндзя его вообще там на раз-два. Вот смотри. Демонстрация, так сказать. А вот, блин, с бабули сыры. Ага. Молодец. Слушай, вот это вот мне нравится, когда она избегает. Да что с моим этим-то становится? Я никак не могу понять. С големом что-то происходит. Не могу понять, что. Да. Уничтожаем замок. Не знаю, что-то сгарбливается и все, ребята. И ничего не может сделать. Потом очухивается, но уже поздно. Так, вот здесь вот все бы хорошо, ребят, но привидение. Привидение. Поэтому, наверное, я возьму... Ага, возьму я, конечно. А что делать? Блин, призрак этот бесявый. Твою налево. Ну... Почему у меня так мало летающих юнитов? Давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Может быть, нам бомбер взять? Куда ты его возьмешь? Здесь вот куда ты возьмешь бомбера? Вместо... Ну-ка, давай-ка. Сейчас, секундочку. Есть одна идейка у меня. Убрать отсюда воблера и поставить бомбера. Блин, он еще и не прокачанный, а? Или Вуджена? А у Вуджена сколько звезд? Я вот не помню, ребят. Не, не Вуджена все-таки. Лучше бомбера. Че он там? 96 уровень. Ну ладно. Давай посмотрим. Значит, бомбер, тыквоголовый... Бомбер. Так, подожди. Бомбер бомбером, а что он сделает? Твою налево, я не знаю. Ну, попробуем. Он против чумнухи-то ничего не сделает. Понимаешь, в чем дело? Да и стоит он недешево. Упс. Погоди. А что мы делаем? Ну да, только вот так вот. Ребята, привидение вот это вот, оно нифига не бесплатное. Ребят, постоянно его нужно вызывать. Хорошо выпадает чумная, кстати.
Да ёк-макарёк, ну серьезно? Некро просто отдуплилась, ребят, на кислоте. Сейчас посмотрим, что у нас дед тут сделает. Давай, дедуль, дедуль, жми. Вот так вот. Бамс, все. Распетрушил. Да, бомбер, конечно, для этой команды ну, совсем не подошел. Вообще не подошел, ребят. Ладно. У нас с тобой последний заключительный эпизод. Именно за нежить. Именно за нежить. Так, ну что, выпустим Ронина или как? Давай, наверное, его, наверное, для начала. Понятно. Не пошло, не зашло. Сейчас взорвется. Угу. Чумнуху позовем. Эту спасло отражение. И чё стоим? Да что происходит, я не могу понять. Смотри. Опять почему зависаю? Не могу никак понять. У кого-то что ли паралич или что происходит? Он просто сейчас завис. Прыгун. Он ничего не смог сделать. Просто стоит на месте, как этот болванчик и все. Так, долина подданных, друзья. Долина подданных, собственной персоны. Здесь крестьянин и... паладин. Ну, против крестьянина, понятное дело, выпускаем. Давай, 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 должны успеть. Он рубашит их просто на изи. Соплячков этих. Ну, сейчас выйдет паладин, естественно. Естественно, как же. Как же без паладина-то? Поэтому нам здесь еще понадобится вот такой вот паренек. Называется. И вот так все сделаем. Вообще топово. И еще один джаггернаут. Ну и что ты сделаешь? Ну и что ты сделаешь? А ничего ты и не сделаешь, браток. Абсолютненько ты ничего не сделаешь. Нормуль. Так, что я хотел, друзья мои? Я еще хотел глянуть на Вуконга, поэтому давай-ка мы, наверное, с тобой возьмем сейчас его в какой-нибудь отрядик для теста. Вот в этот отряд мы его возьмем. Сейчас мы уберем бомбера. Так, это не здесь делается. Вот здесь уберем бомбера и возьмем с тобой Вуконга. И возьмем с тобой арену. В бой. Найден противник. Я просто хочу, ребят, посмотреть на нашего Вуконга. Что же он все-таки делает? Ну-ка. Хе-хе-хе, красавец. Выглядит прикольно. Ох, ничего. Ух, слушай, ну так. Ты видел, да? Он бросает посох. Этот посох еще потом. Слушай, так это вообще топ. Вообще топ, ребята, просто. Ты еще. Он бросает, тот делает, еще сверху падает на него. Хе! Вот это да, вот это круть. Мне зашел, ребята, я не знаю почему. Многие писали в комментариях, такой себе персонаж. Вообще топ. Хм, замечательный перс. Я тебе скажу. Как по мне. Так, ну что, мы с тобой продолжаем нашу эпопею. Я здесь возьму этих вот ребятулек.
Что тут у нас? Копейщица, да? Как всегда, паладин, копейщица и мелкий крестьянин, да? Прищалыга. Бандерлог, так мы его назовем. Ну что ты, что ты? Вот паладин, ну что ты? Вот у меня есть джиггернаут в противовес тебе. Блин, а он, конечно же, начинает... Он сразу начинает целую армию плодить. Естественно, нам надо всю эту армию уничтожать в одночасье. Плюс вот такая штука у нас есть. Бумс, и все. И все, ребята. И будут они сейчас тут пока не отдупляться. Спасают своих. Тихо. Еще успеет, наверное, выручить, да? Свою команду. Да, смотри-ка, успели выручить паладина одного. Так, вызываем еще одного. Еще одну баллисту. И клетку по ним. По ним клетка плачет, вот и все. И грифончик мой там поливает. Да? А что ты хотел? Что-то другое ожидал. Нет, ребят, кроме победы здесь ничего ожидать другого не стоит. Так, 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 так. Ну, в принципе, да. Тут прибавляется грифон. Против грифона у нас есть тоже грифон и, соответственно, баллиста. Куда ты? Куда ты вот своего прыщалыгу вызвал, а? Блин, ну тут нам надо что сделать? А здесь нам нужно вызвать, наверное, баллисту. Или как? Наверное, так все-таки, а потом баллисту уже. Потому что потом следом полетит, наверное, грифон. Полетит грифон у него или нет? Пока не вижу никаких грифонов. Вот мой грифон уже появился. Так, а он там начинает. Угу. Да. Печалька. Моему грифону досталось. Хоп. И нет грифона. Нет грифона и нет, наверное, замка, да? Товарищ идет такой чик-чик довольный. Как... Ну, как помощь, поддержка, да? Фехтовальщик вообще топ. В принципе, как и бродяга. Но мне почему-то кажется, что фехтовальщик... Мы как-то сравнивали, да, с тобой, кто сильнее. Бродяга наказал фехтовальщика. Но фехтовальщик, по-моему, он будет, как это сказать, поживучий, наверное. У того дамаг офигенно, а у этого все-таки, как это сказать, больше хп, так скажем. Хотя у дамагеров вообще вот у этих мало здоровья. Даже тот же самый Ронин. Ну, по дамагу, мне кажется, Ронин именно в истерике. Он самый топовый бой, кто больше всего количества урона может нанести за удар. Это Ронин в истерике. Тут с ним вряд ли кто-то вообще может сравниться. Даже тот же самый Бородавочник. Тоже он, конечно, топовый, но далеко отдыхает. Потому что Ронин его просто может порвать как щегла. Так, ну что, нам пора, наверное, запускать молнии. Все молнии почему-то бьют именно в меня. Вот лучница, да, издалека вот начинает вот этого пройдоху своего врубать. Бесявого. Сейчас посмотрим. Ну, попрыгунчик как наяривает. Дыдыщ, видел? И вот мне нравится, что он еще делает оглушение. Это, конечно, круто. Что он отталкивает, еще и глушит. Ой, красота. Красота красивая, да? Пыдищ. Бум-бум, попрыгунчик. Давай, родной, жарик. Вот и все. Вот мы их и прожарили. До хрустящей корочки. Фух. Ну что у нас там еще? Последний поединок, да, получается? За этих, как звать-то? За долину подданных. За просто за подданных.
Так, а кто у них тут? Епископ, да, или кто? По-моему, епископ. Эх, жаль, на него потратили удар такой хороший, а. Беда, беда, ребят. Куда ты там гаркаешь? Оу, епископ появился, прикинь. Как только появился, сразу же я отдуплился, вот и все. Нормально, нормально. Так, отлично. Ох, мы уже пришли на следующий портал, быстро. Быстро мы, друзья мои, прошли. Так, ну что, у нас, по-моему, энергия есть еще, да? Здесь энергия одна и здесь. Поехали. Нечего тут раскисать и нюни, как говорится, подтирать. Сразу приступим к боевой тактике. 250 стоит этот. Ну, его, естественно, надо будет вызывать сейчас. А вот против... Как его звать-то? Жабы с пушкой надо будет... Ну, естественно, баллисту звать. Ну и фехтовальщика для нанесения глобального урона, да? И вот так еще, оп. И до свидули. Вот и все. Хороший, зачетный был бой. На короткой дистанции просто великолепный. Погнали дальше. Так, что у нас тут? Тут нету ничего, да? О, блин, а хотя, в принципе, что я волнуюсь-то? Против хищница у нас такая команда и должна быть. Щитобот и молотильщик. Топовые бойцы невидимого фронта. Жить. Иди отсюда и погуляй, Вася. Не расслабляемся. О, оглушили его еще. Ништяк. О, даже еще и продавили. Холоп. Ну, все, ребят, один молотильщик справился. Пока этот прыгун тут прыгал, молотильщик молотил. Вот. Так, мы что-то тут выполнили, что ли? Или это так? Ага, выполнили запрос, ребят. Я опять энергии максимальная. Да вы что, ребят, серьезно, что ли? Не, я уже не осилю. Не осилю. Нет, ребят, не осилю. Серьезно тебе говорю. Так, ладно. Давай допройдем этот этап и все, наверное. Будем закругляться. Так, что у нас тут? Пришелец. Пришелец, блин. Наверное, вот этот надо брать. Командочку нам. Попробуем. Я знаю, что он сейчас будет вызывать этого пришельца. А, мы можем начать, знаешь, с кого? Всадника на журавле. Его он похитить не сможет. И в то же время мы сможем... Кто там у него будет выходить сейчас? Ну, всадник на журавле. Нормально там наяривай, да? Шикарно. Тотем захотел похитить, ага. Вот и все. Похититель тотемов там прилетел. Ой, смешной. Так, ну что, давай дальше двигаться. Предпоследний тут этап. Ну, я, наверное, здесь вот так сделаю. Энергии, как говорится, еще дофигища. Можно тут и пошинковать. Ну.
Что за затишье-то такое, а? Вышел, да? Я попробую взять ведьму. Тритон появился еще. Что это сейчас такое за взрыв был аж? Вообще, Ронин даже этого морпеха слизня в защите просто его пробил в защиту и его ХП снес. Вот и все. Да, красавцы. Просто красавцы. Разносят всех налево и направо. Так, ну что, у нас здесь лорд пустоты будет, босс. Сейчас мы с ним разберемся. Он ждет, и я жду, да? Угу. Так, слизень морпех. Ну, Рони, ну что ты, ну. Шух. Вырубили. Вот-вот-вот-вот, в истерике, правильно, и тритона этого. Всех-то в мясо. Круто, круто. Ну и забираем с тобой награду, естественно. Да. Так, ну что, друзья мои, на этом сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!